Ну так чё, блин? Подожди, мне твой голос на кого-то напоминает. Только не помню кого. Очень слишком напоминает. Угу. Очень сильно. Твои. У тебя какие-то друзья есть еще? Да. Нет. Блин, я потерял память, я уже не знаю, может есть, а может нет. Фиг там нравится. Ну давай так вспомни, чё там про голос, чё. Сейчас я попробую вспомнить. Ты ещё зависаешь как-то, блин? Может тебе плохо или чё? Алло, ты нормально? Да, нормально. Я попытаюсь. Ты тут что-то глючишь, что ли? Ну давай, напряги мозги свои. Я ничего не помню. Печально, печально. Как тебя заставить вспомнить? А вот этого я не знаю. Что там происходит? Да не знаю, опять эти там на батуте падают. Так, походу я вспомню. Чё вспомнил? Я вспомнил, как мы с тобой бились. Только я с тобой, да я тебя впервые вижу, Петрович. Блин, я... У тебя глаза такие странные, господи. А вот ты посмотри на них, можешь что-то вспомнить. Смотри. Странные люди вообще. Ну, вспоминай. Я знаю, что ты меня... Как две точки в пустоту, это что такое вопрос? Я понял, что ты фантай Фокси был, а вы фантай Бонни. Я не понял, ты походу... Я помню, ты походу был Голден Фокси. Так, подожди, ну-ка сюда. Ты не знаешь, что эту комнату наверняка? Сорян, заходи. Крутая тема, да? Эту... Крутая тема со скрытыми... Кстати, комнатами. Блин, короче, я тебя понял. Я тебя понял. Короче, я не знаю, что тут произошло. Вообще, в принципе, даже не догадываюсь, но... Вот буквально пару дней назад было у меня такое, я как раз стрим. Сейчас, минутку. Я вот, короче, пару дней назад... Буквально вот когда мы только что вот пришли вот в эту пиццерию, типа она нам дико понравилась, она большая, красивая, такая приятная. На всех комнат хватает. Мы решили сюда, короче, перейти. До этого мы как раз таки изобрели вот эту вот, как я решил назвать, порталган. И с помощью этой штуки мы смогли... Не знаю, какое-то, можно сказать, параллельное измерение, что ли, тпхнуться в какое-то другое время, в другую пиццерию, вот в эту вот какую-то. И она нам дико понравилась, мы сюда перешли, получается. Когда я потом вот эту вот комнату увидел, она мне показалась очень знакомой. Я подошел к шкафу, зашел туда, увидел вещи, очень мне знакомые. И тогда меня словно ослепило жестко очень. Я вспомнил все до копейки. Словно другую жизнь. Угощайся. Я так понял, что ты как раз таки из той жизни сюда пришел. Получается. И типа ты вообще никого здесь не знаешь? Тебе хоть кто-то здесь показался знакомым? Потому что вроде как, я знаю, ты знаком с Бонни. Да, с Бонькой. А вот всех остальных ты не знаешь, ты их не видел. То есть ты как пропал с тех пор очень-очень давно, когда ты в путешествие свое отправился, я помню. Ты не вернулся. Я не поверю только то, что ты сейчас только вернулся. Чувак, где ты был? Блин, как измерения смешались жестко, я не понимаю. Ты еще не знаешь, где я именно. Знаешь, что я помню из другой жизни той? Там было столько все плохо. Там столько опасностей было, но в конце концов мы отправились в рай. Я это очень понимаю. Ну это каким-то образом это другая жизнь у нас сейчас. И с помощью порталган мы переместились вот сюда, вот в эту жизнь. В чужую жизнь, можно сказать. Ну тут, как я понял,
никого нету, только из-за того, что тогда мы отправились, получается, в рай. Из-за этого здесь никого нету. Я только сейчас понял, почему тут никого нету. Это капец. Блин, настолько все запутано, что я в шоке. Я вообще, блин, очень запутался просто. Я очень запутался. Ой, блин, это жестко. Я не знаю. И ты все это время в путешествии был? Да. Чувак, ты бы знал, сколько мы здесь всего прошли? Я это понимаю. Ты бы знал, сколько мы тут раз помирали, возрождались, еще раз помирали, срались от страха и так далее. Ну, меня держали в аду еще в тюрьме. Ох, если бы я мог тебе вот свои воспоминания тебе в голову вот эти вот внушить и не объясняя тебе, то ты бы, чувак, все понял. Ты бы в таком шоке был бы, что просто, я не знаю. Взорвалось бы все нафиг. Я помню самые первые моменты, когда, знаешь, еще было. Ну, ты этому вроде рассказывали. Тогда был Голден. И вот Сприм Бонни был. Там еще охранник наш был, которого мы засунули в костюм. Не, ну Голдена я еще. Когда, помнишь, взорвалось вот эта вот комната. Я весь черный был. Черный. Помнишь, я тебе рассказывал? Да. После огня. Получается, я уже не знаю, напутаю я сейчас или не путаю, но, по-моему, тогда Спримбу не выжил, но Голден очень сильно пострадал, но, блин, это жестко, блин. Чувак, а что нам теперь делать? Не знаю, может, я попытаюсь чем-то помочь? Срочно! Бежим! Подожди, стой, иди сюда! Быстрее сюда! Что произошло? Что происходит? Ё-моё, я только пошел за сигареты. Так ты вообще не куришь, так что? Да что вы меня сталкиваете, вы надоели уже. Так. Вы все-таки узнали про эту мою весельную комнату. Его нету! Кого нету? Голдена нету! Мой брат погиб. Ну снова нету, нафиг. В смысле, это что? Снова все повторяется по кругу. Отдал ему. Шелло, Фредди, пошли. Дай. Ему отдал. Короче, все вышли из комнаты Голдена. Все вышли. Кроме Шадоу Фредди. Подожди, Бонька. Чё? Он тебя не помнит, понимаешь? Ты? Бонни тебя не помнит. Он не из той вселенной. Он просто откуда появился, и не я тебе потом объясню. Объяснишь? Мне тебе потом объясню. Давай иди. С ребятами. Ну, окей. Ой, господи, стулья. Короче, понимаешь, откуда? Снова все повторяется. Снова у нас всякие жизненные странности появляются. И снова кто-то пропадает, кто-то появляется, кто-то пропадает, кто-то еще новый появляется, кто-то... Снова все повторяется по кругу. Блин, это жестко реально. Это нереально. Я помню, мы тогда, когда был поврежден, стой. Был поврежден временной парадокс. Или континуум, не помню, короче. Нам удалось его починить. Но как? Неужели он снова сломан? Подожди, а где он еще находится? Я не знаю. И снова у нас черти куда ты пэхнет, и мы опять ничего не знаем, ничего не понимаем. Мы можем снова куда-то черти куда попасть, быть совершенно другими, и ничего не помнить. Вот этого я не хочу. То есть это может случиться в любой момент. Нам срочно нужно снова найти, починить парадокс и починить портал. Ты же знаешь, что этот портал тебе Голден рассказывал? Может, все-таки братья? Так, подожди-ка. Да, вспомни. Про этот вот портал. Мы его с земли закопали. Он тебе рассказывал такую историю? Ах, тебе вряд ли он тебе рассказывал. Подожди. С тех пор мы тебя не видели. Я смогу сейчас туда слетать? Нет, ну глубоко под землей где-то. Мы сейчас попробуем глянуть. Ты будь на связи. Вы чё, блин? Сказал же уйти. Что?
глупый подслушал какой-то. Ладно, фиг. Мам, я пойду-ка сейчас летаю, можешь проверю. Если не, не, чувак. Мы потом с тобой достанем. И придется нам снова чинить этот портал. Возможно, он полностью развалился, а может быть, там просто какая-то часть отпала. Я не знаю. Но как он мог снова сломаться, я не понимаю. Просто, я не понимаю. Ты пока на своих аниматроликах держи, только тише пока. Чтобы они пока не узнали, они будут поднимать бунт. Ну, вряд ли они его услышали, даже если это какой невидимая бунт? Стена тут. Короче, знаешь, что мне тебе нужно посоветовать? Вернее, точнее, даже сказать. Небольшую экскурсию тебе, можно сказать, сделать. Пошли. Блин, подожди-ка, можешь минутку подождать? Я сейчас слетаю в то место. Я помню, где. Ну, короче, пока я добегу, ты там уже все разведываешь по 10 раз. Давай, в лабораторной тебя жду. Окей. Пока я добегу, ты уже, наверное, просмотришь там 10 раз. Я пришел. Это фантайм бонни, фантайм бонни. А. Я купи что-то, я в магазин. Ну, купи там это... пару дошков. Окей. Эх, тут все еще это взорванное. Ты что тут здесь делаешь? Занято! Я там разведал. Ладно, все, закрой ее. Там. Слишком, слишком толстые эти двери. С них ничего не это не услышишь, и она их не сможет открыть, когда мы их заблокируем просто. Она только по моему коду сможет открыться. Она не сможет оттуда выйти. Она там даже ничего не услышит. Бою! Так, получается... Я могу туда войти сейчас. Стрим. Ну-ка, покажем. Готов? Что? Там наша самая первая пиццерия, откуда мы пришли, в принципе. Давай. Давай, заходи туда. Блин, подожди. Нет. Чёрт, он сломался, кажется. Короче, я сейчас попробую. Нет, он сломался. Черт побери. Мы не сможем туда попасть, к сожалению. Ну, короче, давай. Поделимся на команды какие-нибудь. Я, например, континиум чиню, а ты портал. Или наоборот. Как хочешь. Не, я пошел лучше портал. Я в портал очень хорошо разбираюсь. Окей, я с континиумом разберусь. Все, а я пошел. Окей, удачи тебе. Надолго не задерживайся, я начинаю. Это фантайм бонни, я тебя слышу, у меня связь. Потому что... Закрой дверь. Ну, у меня для тебя плохая... Ты на связи? Да, я на связи, я слышу. Короче, поэтому... Навряд ли мы пока мы не сможем восстановить континиум, мы не сможем голдену вернуть, ты же это понимаешь? Я фантайм бонни. О, я тут кусочки портала. Еще нам нужно... Хотя навряд ли это получится. Стой. Ладно, блин. Пойду континуум звезд. Это фантайм бонни. Если что-то подозрительное. Если что-то подозрительное будет, сразу говорите либо мне, либо ему. В смысле, о чем будет подозрительно? Может быть, что угодно. Что угодно может быть. Короче, вообще рандом может быть, что вообще угодно может случиться. Пошли отойдем на минутку. Надо. Очень страшно. Охранник, ты там посиди. Короче, я там смотрел, там кусочки портала. Дай сюда замотай. Тут еще все развалено, надо починить. Короче, блин, нам надо собирать по всей пиццерии обсидиан. Там порталы только три кусочка осталось. Три кусочка? Фу, ты что прикалываешься? Какие кусочка? Три кусочка осталось. Да как три кусочка? От взрыва они бы различались на короче, не я знаю, тебя сейчас телепортирую, попробую. На неполном расстоянии можно было их собрать. Но они же полностью не могли разлететься. Сейчас я тебе покажу. Же какая. Ладно, чувак, сам это разбирайся там с порталом, пытайся, я с континуумом разберусь. Короче, ты где? Правда, не знаю, как до него добраться. Ну как-то я должен с ним... Ух, так, короче, все. Два, а вот там третий. Серьезно? Вот ты, так, ну, тут, а вот... я тебя прошу. Так ты тут четыре куска. А, раз, два, три, четыре. Ну реально, там надо бы все шапки. Ну вот тут еще один кусок пятый. О, ёшкин кот! Вам, я сейчас попробую. Это откуда здесь вот это вот? Я что-то это не помню, кстати. А я помню, это тут был очень большой шарик. Вы тут зелье выжили. Ты этого не помнишь. Я понял. Голден, я же тебя попросил спрятать понадежнее, блин. Понимаешь? Из ада? Могли вот эти вот злодеи, которых мы туда изгнали, они могли просто, знаешь, оттуда, типа... Оттуда
с помощью своей магии разрушить портал. И говорю его спрятать понадежнее. Почему он сюда его спрятал, я вообще не понимаю. Да зачем он его? Ох, понятно. Я твоему брату реально доверял, ну... Капец, ну ладно, как это так он подвел? Я сейчас буду кусочки собирать. Ладно, давай, я займусь делом. Я тоже сейчас займусь. Я, может, сегодня попробую и починить. Ладно, давайте, там, закрывай это. Давай, закрывай. А я пока... Ищи там кусочки. Окей. Так, я пойду думать, как это континуум восстановить. Фух, блин. Люди, хватит меня убивать. Как будто...